Мою Иван-чай. Хочу его сейчас промыть, замочить немножко, потом разложу его на противень, чтобы оно просохло немножко, обветрилось. Потом буду ферментировать его. Цветочки постараюсь отдельно, а листочки отдельно. Накупанный и подсушенный иван-чай. Мы сейчас снимаем листочки. Цветочки отдельно собираю, а листочки собираем отдельно. Вот здесь я буду их мять. Вот таким способом я придавливала, ну, двумя руками, конечно. Пошел травяной запах, очень приятный. Сейчас я буду складывать в баночку с широким горлышком и накрою пищевой пленкой. Вот когда пойдет ферментация, уже запах изменится. Уже немножко будет такой, знаете, пряно-кисловатый такой, очень вкусный. Очень приятный, не вкусный, а приятный. Весь утрамбованный лист кипрея уместился у меня вот в банку 2-литрового объема. Цветочки, как я вам говорила, отдельно буду. Вот будем следить за процессом. Эту банку нужно поставить в теплое место. Желательно в солнечное, но солнышко у нас ушло ночью. Грохотало так, что такое впечатление, что небо пополам разрывалось. Вот такие вспышки молнии очень яркие были. В итоге это все минут через 15 прошло. Тучи пролетели, тучи прошли. Дождик небольшой был. И все, сейчас вот пасмурно. Тем не менее, я укутаю сейчас или поставлю на балкон, чтобы плотно была закрыта. Будет идти ферментация. Будем делать по-разному. Посмотрю. Выдержим сначала 24 часа, а потом будем смотреть по запаху, определять.